Город Ирбит сегодня 4 апреля 2018 года, находясь мимо здания МХЦ в городе Ирбите, обнаружил, что на тротуаре присутствует большое количество талого снега, обледенение, большая площадь. Соответственно, я зашел в МХЦ, увидел кабинет начальника, его зовут Илья Анацкий, зашел, чтобы пообщаться и узнать, почему не убирается территория, которая закреплена перед его зданием МФЦ. Илья Анацкий – это депутат городской думы, муниципальное образование города Ирбит 7-го созыва. Соответственно, ни слова не сказав, резким движением он ко мне подошел и вырвал у меня из рук телефон. Анацкий, верни телефон. Верну. Отдай телефон. Отдай телефон. Сейчас верну. Отдай телефон, быстро положил. Сейчас верну. Отдай телефон. Сейчас верну. Отдай телефон. Выключите камеру, сейчас верну. Конечно, Леша, верну. Зачем мне телефон? Телефон отдай. Зачем мне твой телефон? Телефон отдай. Зачем мне твой отдай телефон? Отдай мне телефон. Верни ужасный телефон. Пойдем пообщаться. Телефон отдай. Сейчас отдам. Ну все, сейчас в полицию звоню. Граждане, вот Анацкий у меня сейчас телефон выхватил, вы свидетели. Анацкий, иди телефон, верни мой. Варина, иди сюда. Ходит тут вор. Вещи воруют. Граждан. Ну, эта женщина только с ребенком могла не видеть. А вот сотрудницы МФЦ и вот эти гражданки вот в прямой зоне видимости. Сейчас спрашиваю их, они могут. Он сказал, не роняйте. Мы же не видели, что он у вас забрал. А, ну вы видели, что да, Анацкий? Ну, вы не видели, как он у вас забрал его? Нет, нет, это, конечно, вы не видели. Вы же видели, как он подошел и подошел. Я умоляюсь, честное слово, ну, пускай человек не наговаривает. Если простите меня. Вам что-то нужно, как-то, чтобы на вас внимание обратили. Делайте это, как вы это делали всегда. Как вы прибирали, например, там, тротуары, там, я не знаю. Мы сейчас говорим о воровстве личного имущества. Вы не заговаривайтесь, пожалуйста. Кстати, вот его телефон. Конечно. У человека он лежал, откровенно говоря, вот. Рядышком с подоконником, пожалуйста, возьмите, я вам его принес. Этого пенсионера может так говорить, что они забыли. У меня я вам принес ваш телефон, который у вас лежал. С вами полиция будет общаться.